Республика детства. Надпись «Финальный штрих». Каждый может увидеть, как делается рисунок в технике граффити. Раньше здесь были пальмы и море, но картинка уже выглядела не очень презентабельно, поэтому решили сделать новую в современном молодежном стиле. Это продолжение, также следующий этап. Первый этап был у нас сквер-бульвар, который реализовался в 2016 году. И потихоньку, совместно также, говорю, с администрацией, делаем непосредственно благоустройство придомовой территории. Новый сквер в шаге отсюда. Сегодня это одно из излюбленных мест для отдыха жителей окрестных домов. Сегодня все на празднике. Площадка, где он проходит, постоянное место для проведения таких мероприятий по самым разным поводам для детей сразу из нескольких окрестных дворов. Такое вот общение дает, что люди сближаются. Они очень рады потом друг другу. Они общаются, знакомятся. И потом совместно, смотря на то, что мы сделали, они тоже стараются сделать красоту в своих дворах. Дети – полноправные участники процесса. Они помогают разбивать клумбы и ухаживать за цветами. Участвуют в субботниках. По итогам года отмечают самых активных. Праздники! Праздники! Конечно, всю жизнь живем в самый классный двор! По словам Алексея Аксенова, в ближайших планах установить новую детскую площадку. Источник финансирования пока прорабатывают.